Приморье долгожданную поддержку получили школы искусств в селе Покровка Октябрьского района. Гитарный класс был создан давно, но вот играть было не на чем. Музыкальные инструменты были старые и расстроены. А в этом году в школе купили дорогую во всех смыслах гитару. Ольга Сомкина продолжит. На уроки по специальности Егор Колмаков сегодня ходит с большой радостью. В классе появилась новая гитара. Все звучит по-новому. Я занимаюсь гитарой 3 года. Приятно, конечно, играть на такой гитаре. Прелесть в том, что она электрическая еще. То есть можно подключить ее, и звук будет еще лучше. Отделение гитары в Октябрьской школе искусств появилось всего 4 года назад. Теперь здесь ждут большого наплыва желающих играть. В Покровке точно появятся блестящие гитаристы, уверен педагог. И новая Ямаха в этом обязательно поможет. Такой факультета не было, который сейчас я преподаю, классическая гитара. Вот. И инструменты как-то находились в таком плачевном состоянии, они были не востребованы. Когда я пришел, их достал, попытался что-то сделать, восстановил частично, мы играли. И с приходом пришла вот такая гитара у нас, очень качественная, да, дети обрадовались. Гитару в школу искусства Октябрьского района приобрели по программе развития культуры Приморского края. Помогли власти муниципалитета. В этом году в образовательное учреждение хотят приобрести инструменты для занятий фольклором. Но больше всего школе нужны пианино. В классе специального фортепиано стоят инструменты 70-х годов. Их настраивают, их берегут, но состояние плачевное. В этом году в Приморье придут 45 новых пианино для школ искусств. Одно из них обещают отправить в Октябрьский район. Ольга Сомкина, Игорь Лещук, «Панорама».